Сегодня на улице пасмурно, но настроение отличное. Впереди новый день, и он обещает быть не менее насыщенным, чем был вчера. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, и я расскажу вам много еще интересных историй. Это на другую сторону. Наша машина. Вот. Вот наша машинка. Это Наташина. А вот за этим домом Уральские горы. Вот там иногда видно. Вот за окном. Но за этим домом не видно. Но там вот их иногда видно. В хорошую погоду они выглядят вот так. С утра мы прогулялись по городу, сделали фотосессию в красивых местах, пробежались по тропе здоровья. Видеоотчет есть в отдельном ролике. Монтирую с целью оставить для себя, родных и близких, в памяти те моменты, которые принесли радость от путешествия. А путешествия всегда приносят нам радость. У каждого свои ценности. Кто купит на квартиру, кто на машину, дачу, просто купит. У многих нет возможности откладывать. Вот я делюсь своими впечатлениями, эмоциями и радостью со всеми. Пусть маленькие радости делают приятным каждый день, а приятные дни складываются в счастливую жизнь. Мы за все эти годы побывали во многих странах, начиная с Доминиканской Республики, Таиланд, Вьетнам, Китай, в Египте раз пять были, Израиль, Польша, Турция. Фото и видео где-то хранятся в бездонной памяти компьютера. Вот и пришла такая идея – компоновать снятый материал и хранить его в YouTube. Это очень удобно. Можно быстро найти и еще не раз насладиться счастливыми моментами, которые в памяти быстро стираются. Вот для этого я создала канал на YouTube, чтобы фиксировать мгновения, чтобы жизнь не проходила мимо. Мы стараемся двигаться параллельно с ней. А жизнь идет или проходит, зависит только от тебя. Никогда не экономьте на том, что вы не сможете повторить. Бесконечно благодарна моей подруге Наташе за чудесные фотографии, сделанные в естественной среде. Усинск, ты меня слышишь? У тебя в городе живет талантливый фотограф. Ей даже белки позируют. А сейчас у нас речная прогулка по Усе. Видео об этом уже есть. Сюда я добавила пару моментов, которые я обнаружила после публикации ролика. А сейчас, после обеда, вот туда, на катере, мы сейчас будем плавать. Ну, вперед. Потом расскажу и покажу, что там. Я впереди смотрящий. Ой. У меня сегодня косыночка под жилетик такой. Здесь все нам инструктаж в воде провели. Это река Уса. Вот. У штурвала Игорь Канев. Я бесконечно благодарна ему за проведенный мастер-класс. После инструктажа Игорь дал добро на управление транспортным судном, и меня пустили за штурвал. Если вы думаете, что это легко, вы ошибаетесь. Все мили знают. Главное, с первой не познакомиться. Капитан, капитан, улыбнитесь. Держись! Опыт рождает совершенство. После прогулки на катере мы поехали в старинное село Колва, которое находится в 4 километрах от устья одноименной реки, впадающей в Усу. Длина реки Колва 564 километра. В названии реки сохранилось древнее финно-угорское слово «кол» – «рыба».
Колва основана в 1825 году, перешедшими к оседлости немцами-оленеводами. Развитию села способствовала духовная миссия Русской Православной Церкви, направленная сюда для крещения оленеводов. Герб Колвы – Хариус. Вот. Такой вот памятник. В общем, за первый день... Сегодня мы были на Усе. Так. На Черной, ну сейчас на Колве. Река Уса, река Черная и вот это Колва. Это... Ой, ну конечно... Здесь ловится хариус, потому что герб, даже Колвы, там хариус нарисован. Колва – река в европейской части России, в Ненецком и Республике Коми, да. Правый приток Усы, бассейн Печоры. Название реки на языке манси означает «рыбная река». Вот это рыбная река. Бассейн Колвы стал интенсивно осваиваться в последнюю четверть 20 века, когда здесь были открыты значительные запасы нефти, и Колву стали называть нефтяной рекой. Река судоходная на 335 километров. Ну, мы едем дальше. Путешествуем вот на такой машине. Наташенька нас сопровождает, показывает, рассказывает. Таким автомобилем мы сегодня путешествуем, как вчера и позавчера. Такой вот дом, это Коми, наверное, дом, да? Тоже вот, то ли частный, то ли это как... Ну, там мечка какая-то шевсела. А, да, не увидела. Улица центральная. Да-да-да. Это вам не молодежная. Да, центральная улица с оркестром. Вот такое оно, село Колва, особо ничем не примечательное. После Колвы мы поехали в аэропорт. Я сделала отдельный ролик об этом. Аэропорт насыщен событиями. 126-летний диспетчер с фантастическим мастерством сажает у себя на аэродроме сначала пассажирский Боинг 737, потом один за другим 4 боевых МиГа-31, которые идут на последних каплях топлива. А чуть позже, 9 февраля 2020 года, ЮТР, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, на борту которого было 94 человека. Во время посадки у воздушного судна возникли проблемы с шасси. Лайнер ударился хвостом о взлетную полосу и приземлился на брюхо, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, пострадавших нет. Вот пара историй из жизни одного аэропорта, который находится на крайнем севере. С аэропорта Наташа на работу уехала, а мы рванули в лес. Уж больно грибные места в Усинске, и мы в этом убедились сами. Наташа, ты почему сказала, 3 гриба тебе надо? Почему ты не сказала, что тебе 833? Ну вот, 3 минуты в лесу, и я показываю. 1... 2, 3. Вот, вот красавчик. Зачет. Вот красавчик. Вот красавчик. Ой, прям такой вот. Ну, первый срезала. Так, второй. Ну, супец отличный будет. И третий. Так интересно, вот кто-то срезал, но это не я. Вот, было 4. Ну, ты заказала 3. Давай, установку, куда еще на 800 штук. Но грибы действительно знатные. За час собрали 2 ведерка белых, калиброванных. Интересное дерево. Сейчас сосна. Вот. В Усинске так за грибами ездят. Но мы к дереву. Вот что. Как это? Стол. И вот 4, даже 5, по-моему.
так вот растут. Прикольно. Вот такое деревцо большое. Интересно. Сегодняшний день, насыщенный яркими событиями, порадовал нас еще вот таким шикарным закатом. Сегодня ужин у нас затянулся допоздна. Едем отдыхать. Завтра домой. Виктор, Наташа, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Усинск и ваше гостеприимство остались в нашем сердце.